Здравствуйте. Ну вот, стемнело. А из-за того, что снег лежит, сами видите, как все. Падает снежок. Непонятно, то ли снег, то ли дождь. Красиво фонарь освещает сад. Придает такой мягкий золотистый цвет. Включила я свет в своих курятниках. И смотрю, что первый не горит. Надо идти проверять. Ну, мои красавицы, давайте домой, домой, домой. Не надо сидеть морозиться. Да, давай, 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 милая. Давайте, заходите. Заходите домой. Все, все, давай, знаешь, ведь знаешь. Ну, молодец, молодец. Ну вот, закрылась я внутри. Будет тепло. Несколько часов лампа теплая поработает это. Ну, а потом мы выключаем. Птице тоже спать надо, отдыхать. Но таким образом увеличивается у них день. Так. Другие уже сами зашли. Они у меня тут ученые. Ученые, мои курочки все умные. Девчонки. Девчонки-красавицы. Опа. Все, никак не могу поставить здесь камеру. То непогода, то еще что-то. Посмотреть, кто сюда приходит. Но, скорее всего, сюда приходят крыски. Крыски, лариски. Так, девчонки, что стоим? Что стоим? Ну-ка домой быстро. Все домой. Домой, мои хорошие. Давай, давай, давай. Заходим, заходим. Умнички. Ай, ляли, мои ляли. Ляли-ляли. Ну вот. Надо зайти туда, посмотреть, в чем проблема с лампой. Наверное, кто-то прыгнул и отсоединил. Они тут, у меня все птицы, которые летают. Ох ты, боже мой, извиняюсь за... Извиняюсь, извиняюсь. Извиняюсь, что я вам помешала. Так, ладно. Ну-ка. Пок-пок-пок-пок-пок. Пок-пок-пок-пок. А нет, вот он. Что-то отходит она. Ну вот, нормально. Подкрутила. Видите, как любит забираться высоко. Все-все, ухожу. Ухожу-ухожу. Потревожила. Ай-яй-яй, ругают меня как... Ругают меня как. Ладно, все. Пришла. Пришла, шороху навела, шуму навела. Все, иди давай. Иди домой. И ты тоже. Беги. Беги, беги. Пошли, 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 пошли. Пошли, молодцы. Молодцы, мои ляли. Все, спать. Какой спать? Не спать. Сейчас еще рано спать. Ну вот. Все, закрыла. Ну, надо идти в третий. Третий, третий. Там у меня петух, ошалевший совсем. И дерется со мной. Я его гоняю. Иногда он и потише становится. Но... Так. А где я оставила? Оставила я где? Туда с граблями надо заходить. Что не делаешь? А этот парень иногда очень агрессивный. Так подскакивает.
Мне неудобно снимать сейчас одной рукой и что-то нести в руке. Открывать, закрывать, так что, извините, немножко сумбурно. Ну ладно, и такое видео надо. Не все красиво по полочкам, зато все натурально, как в жизни. Со всеми прибамбасами. Так, свет я оставлю здесь. Да-да-да. Да-да, уже голос подает. Парень. Красавчик. Ну вот. Надо, чтобы собаки не вошли. А то вчера забежал внутрь малыш наш. Как он начал гонять этих кур. Какой тут шум поднялся, переполох. Иди давай домой. Домой-домой, спатеньки. Давай-давай-давай. Давай. Знаете же. Знаете. И ты тоже давай, шуруй. Я с тобой драться сегодня не буду. Иди. Идите, идите, идите. Домой, домой все. Все домой, все домой. Все домой. Видите, какой товарищ. Ничего не боится. Подскакивает, дерется со мной. Ладно, все. Чучи-люли всем. Да, чучи-люли. Что такое? Ну вот, закрыла всех птиц. А фонарь у меня вот такой простой фонарь. Простой да непростой. Плохо видно, наверное, будет. Дело в том, что тот, который на фотоаппарат идет, тут со всякими перестановками, праздниками, передвижениями. Мы не можем найти батарейку, где заряжать. Ну вот придется мне попробовать снять вот с ним, если что-то можно. Поставила на самый большой режим. Ну, конечно, видно. Что-то видно. Обещала вам ночную съемку. Назвался груздем. Полезай в кузовок. Ну вот. Мне глаза слепит, и я ничего не вижу. Ну ладно. Ну, как все иначе выглядит, конечно. Снимала я лес уже. Тут вода, вода. Вода, вода. Лес совсем другой, конечно, ребята, ночью. Что ни говорить, не стала братья тревожить Патрисию. Она сейчас рисует на онлайне. Смотрит ее очень много людей. Поэтому решила ее не тревожить. И внук играет игру. И что ты там увидела? Че меня пугаешь? А? И подхрипываешь еще. Никси, кого вы там увидели? Ой, страшно. Вот знаю его весь знаю, вдоль и поперек. А вот совсем все по-другому. Вот иначе. Смотрю, мои собаки особо вглубь тоже не идут. А я тут такой герой. Плохо видно с этой лампой. Все так совсем таинственно. Надеюсь, меня никто никуда не утянет. Ну, ребята, если что, спасайте. Если что, спасайте. Черт, что. Реально. Так плохо видно все. Ой, мамочки. О, соседей слышно. Но немножко успокоительней. Что их хотя бы слышно. А тут такая тишина. Ни души. Слышно бьется сердце свое. Да снег скрипит под ногами. Ну, я герой, я вам скажу.
Так хорошо все разносится далеко. Тише, тише. Тише. Какие-то красивые очертания всего. Ух, сегодня гуляла тут. Гуляла. Да. Стойкий оловянный солдатик. Как все-таки разносится шум. И даже обычные голоса. Хотя на очень большом расстоянии. Тише, Никси! Кончай! Кончай! Что ты? А Лукас близко держится около меня, сам боится. Кто кого спасать будет, если что? А? Конечно, глубоко я не пойду. Я уже и так геройский поступок совершила. С такой лампой пошла еще. Смех и грех, еще свечку взяла бы. Ай, мамочки мои. Ой. Да уж. Хозяйка ваша ку-ку, да? Одно дело день, другое дело ночь. Тут другие правила. Тут все по-другому. Но красиво. Но как красиво зато. Гляньте вы только. Божечки мои. Как все тут красиво. Никси! Арго! Идем! И что там? Боже! И этот несется. Мелкий. Хэппи. Фу, напугал. Идем, пошли, все. Свернула я. Куда свернула? О, Господи. Приключения надо женщине, да? Ну, получай, матушка. Не плачь теперь. Черти что. Где-то такие тропинки, где какие. Ну, глаз привык, конечно, я лучше вижу. Вы на камере-то совсем ничего. И лампа не спасает. Абсолютно. Так, чуть-чуть подсвечивает, самое близкое. Ну вот. Ай, черти что. Идем. Пошли. Пошли. Чего ж тут? Волков боятся в лес не ходить. Правильно? Ну, мелкий скачет, как заяц. А куда еще одна собака делась? Лукас, Никси! Арго! Арго! Тут Лукас и Никси. Арго! Того вечно бесы носят где-то. Нет, плохо видно. Хотелось эффекта красивее добиться. Конечно, он загадочный. Красиво. Мрачно все. И таинственно. Но плохо видно. Буду я выходить. Да не так уж и страшно. Тут все так прозрачно. Все равно видно. Просто стоят стволы темные деревьев и все. Ну вот. Ладно. Буду выходить я. Ой, мама. Небольшой кружок сделала только совсем. Арго! Арго! Куда его понесло? Арго! Арго! Устроила себе приключение. Арго! Он в такой раш входит. Он с этим Хэппи иногда как с игрушкой играет. Но это же не игрушка. Тихо, нельзя! Тут просит помощи около... Я сейчас тебя накажу! Эй, Лукас!
папы дурной пример не бери. Арго! Блин, получишь! Ух ты, идем! Все, плохая собака. Угрожаю, да никогда ничего не делаю. Он знает. Его, если ругают, он такой добродушный, такой хороший. Всем достается ему от всех. Он бежит ко мне, жалуется. Я его полюблю, приласкаю, поцелую. Конечно, плохое воспитание, но это мой пес. Душка моя. Ну вот. Скоро совсем. Совсем-совсем. Ну, сейчас уже, что совсем. Сейчас уже темно. Да. Что? Вот что творишь, а? Что творишь? Бандюга. Бандюга ты. Что за съемка получится, самое интересное. Ну, может, и такую в коллекцию надо. Не все красивые позы. Все как в жизни. Как моя мама сказала бы, хотела как лучше, а вышла как всегда. Фонарь не тот. Да, елочки. Елочки, елочки. Елочки, зеленые иголочки. Да, тут и не похоже, что тает. Немножко еще чуть подморозило. Совсем вон сосенки склонились. Такие подмерзшие. Не шелохнуться стоят. Покой да тишина. А эти бегают, им все. Все равно. Вон, видите, как склонилось все тут. Тут же все наверх стояло. Не такая она раскидистая. Да. Свежо, хорошо. Прогулка перед сном. Псичек прикрыла. Что-то у меня все время уходит резкость, по-моему. Почему? Почему? Не знаю. Может, и видео не получилось из-за этого. Если плохо будет, не поставлю. Ну вот. Гляньте, как тут все выглядит-то. Загадочно, таинственно. Совсем другой вид. Опять же, все то же самое. А вид другой. Красота. Красота. Да уж. Снежок хрустит. Удивительно, но продержался целый день. Простоял. Ничего не потаяло. Ну, если так ночь простоит, то и завтра снег. А вот при таких обстоятельствах сегодня, ладно, праздник был. А когда снег так выпадает, школы не работают. Ну, Патрисия права, конечно, она говорит. У нас за городом всегда снега больше, как бы сохраняется. А в городе-то быстрее все раскатано, дороги и все остальное там же чистят. Так что, может быть, школа и будет. Алёша говорит, хорошо бы, чтобы там снег тоже был. Понравилось ему у бабушки в этот раз побольше. Всякие мероприятия. Сегодня же они на горке катались. Я это отдельно делала. Тему на это видео вам покажу обязательно. Папа с ним так там на горке катался. Потом что-то строить начали, но я просто ушла уже. Надо было обед делать. Пока ребята там веселились, я обед подготовила. Вот, пришли все замерзшие и за стол. Ну вот. Немножко нос я в лес засунула, конечно. Сама ничего не видела. Фонарь такой, что выбивает все по глазам. Идешь непонятно куда. Только под ноги смотришь себе. Ой.
Травушка моя монастырская, гляньте, как вся распалась. Развалилась. До коленок доходит только высота. Так полегла от тяжести снега. Ай-яй. Сколько тут его прижало. Они ж такие крепенькие стоят. Вот. Сад спит. Набирается сил к весне. Большие планы у меня с огородом. Буду делать по совсем новому. Но это не новое. Для меня по-новому. Буду грядки делать совсем другие. Ссылку обязательно дам. Эй, Лукас, ты с папой пример дурной берешь. Это не игрушка. Хэппи. Тише. Тише, люли-малюли. А куда те взрослые-то делись? А вот пришли. Пришли. Ну ладно. Пойдем-ка посмотрим еще красоту, которую дает другое освещение. Фонарь сверху. Тут совсем другая песня. Все золотое будет сейчас. Вон, видите, какой вид. Оранжевый. Оранжевое небо. Тут две яблоньки у меня высажены. Там дальше две груши. Ну вот, зацветут весной. Хорошо зацветут. О, как красиво деревце освещено. Прелесть. Красиво. Ну вот, даже можно найти заросли глянуть. Они так хорошо освещены фонарем. А там темень какая, там лес. Там мы были. Немножко. Совсем немножко. Маленький-маленький кружочек. Вот интересно, как все. Красиво. Куда? Куда? Ко мне. Идем. Идем. Бандюги, пошли. За мной. Не хватало еще сцепиться с соседскими собаками. Там тоже пудель живет. И еще один пудель. Он сюда приходит к нам, перебегает за сетку и начинает атаковать Арго. Арго, конечно, не боится. Ну, драка идет, зачем надо? Это лишний визит к ветеринару. Зачем нам порванные уши? Ну вот, ребята, такой маленький экспромт. В лес я заглянула. Конечно, не так, как думала. Буду искать батарейку от фонарика, чтобы в следующий раз нормально сходить. Это будет совсем другое дело. А сейчас, как вышло, так вышло. Хотела как лучше, а вышло как всегда. Вот у меня это все время мамина поговорка. Точно. Такая жизненная. Ну все. Спасибо всем за просмотр. Кто спать идет, сладких снов вам. Кто встал, с добрым утром. Пусть он будет день у вас хороший. Но у нас совсем вечереет. Ладно. Пока-пока. С вами была ваша Сильвия. И три мои кучеряшки.
Здравствуйте. Ну вот, стемнело. А из-за того, что снег лежит, сами видите, как все. Падает снежок. Непонятно, то ли снег, то ли дождь. Красиво фонарь освещает сад. Придает такой мягкий золотистый цвет. Включила я свет в своих курятниках. И смотрю, что первый не горит. Надо идти проверять.